Анкара может приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики в ответ на заявление президента США Джо Байдена о так называемом геноциде армян. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает канал 13. Согласно информации агентства, турецкое руководство во главе с президентом Эрдоганом готовится принять соответствующие меры. В качестве ответного шага в Анкаре, в частности, рассматривают возможность приостановки действия соглашения о сотрудничестве США в сфере обороны и экономики, которое было заключено в 1980 году. Согласно этим договоренностям, США осуществляют финансовую и экономическую помощь Турции, а также оказывают содействие в развитии и модернизации турецкой военной промышленности и армии.